Что произошло? С чего вдруг машины стали все воровать? Знаки висят. Так а знаки когда повесили? Я же их не вешаю, во-первых. Ну а кто их повесил? Дорожные службы, наверное. Ну когда они их повесили? Я с ними не вешаю. Ну как, вы же должны согласовать. Когда их повесили? С кем согласовать? Дорожная служба. С дорожной службой? Да, вчера их не было, этих знаков. Тот давно уже висит. Нет. Да. О том, что работают эвакуаторы, знаки повесили буквально сегодня. А машины люди поставили когда? Не знаю. А как вы не знаете? То есть, если человек припарковался вчера и ушел, вы поставили знак после того, как он припарковался, и на этом основании угоняете его транспортное средство. А что вы делаете? Эвакуируем. Да? Да. А на каком основании? На я том, что вы повесили знак после того, как уже осуществилась парковка? Что? Ну, вы же не можете даже мне ответить, когда повесили знак. Да я не вешаю знаки, чтобы вам отвечать. Вы сейчас... отдел ГАИ занимается этим. Вот проедьте туда и узнаете, когда и чего. Вот я сейчас документирую, что вы не знаете, когда повесили знак. Нет. А я знаю, потому что я здесь живу. Ну, знака вчера не было. И машины вот эти все стояли и припарковались до того, как здесь знак повесили. И вы это прекрасно знаете. Потому что да вчера... я этого знаю. Да потому что вы вчера здесь работали. Вчера я выходной был. Ваши вчера коллеги я... здесь и работали. Что? И позавчера коллеги вы работали. Мои работали. И вы машины не эвакуировали. Потому что у вас оснований не было. Сейчас вы знак повесили. Там мы не вешаем знаки. Еще раз говорю. Мы не вешаем. Но вы знаки. Знаете, что их повесили. И что их вчера не было. Так же знают, как и вы знают. Да. Понимаете? Да. Вы же вчера их ни вы, ни ваши коллеги не эвакуировали. А сегодня, повесив знак, да после того, как осуществилась парковка, мы знаки не вешаем. Но вы сейчас в нарушении эвакуируете транспорт. Ой. Поставь. Когда знаки повесили? Сегодня ночью или утром. Так вы не вчера знаете их не точно было. Когда, так да? Вчера их не было, это точно я знаю. Потому что еще вчера я снимал точно так же эвакуаторов, и они ставили назад машины, потому что не было оснований. Потому что вот там вот они попытались эвакуировать машину, она стояла ровно 3 метра до пешеходного перехода. И потому что я стоял, ее назад поставили. Снимай, да. Но это...